Yəni, üçün Bayşin Trudon davranışı da Moskvi. İz Baku выехать было невозможно, почти невозможно. Только ночью я добрался до Москвы и попросил, чтобы сегодня организовали пресс-конференцию, где от имени Народного фронта я должен выступить с очень серьезным заявлением. Однако, насколько я вижу, поработали тут и представители определенных кругов и определенных органов, чтобы сорвать эту пресс-конференцию. Я сказал в начале своего разговора о том, что я с очень большим трудом выбрался из Баку, потому что я являюсь единственным участником последних переговоров в Баку с Примаковым и Геренко. И после начала этих событий было дано указание определенным органам ликвидировать или же задержать руководителей Совета национальной обороны Азербайджана, членом которого являюсь я. Эти события, которые сейчас освещаются в мировой прессе и советской прессе, не полностью вообще неправильно отражают события, происходящие в Баку и во всем Азербайджане. Поэтому я от имени Народного фронта открыто заявляю, что это была настоящая оккупация города Баку и других городов Азербайджана. И войска, которые ввели в Баку, вели себя как настоящие оккупанты. Но прежде чем перейти к поведению войск в Баку, я хотел бы в хронологическом порядке рассказать вам о тех обстоятельствах, которые предшествовали этой оккупации. И о том, что заявил на последней встрече со мной Примаков и Геренко. Эти события, то есть разгром Народного фронта Азербайджана и оккупация Азербайджана, готовились давно. Но предлогов, причин для осуществления этой акции было недостаточно. Все началось после того, как на Народном фронте Азербайджана начали преобладать силы, которые уже требовали изменения основной программной цели нашего фронта. То есть в программе нашего фронта отмечается, что фронт добивается суверенитета и экономической самостоятельности в составе Союза. Но после того, как начали преобладать силы, которые уже требовали добиваться полного экономического и политического суверенитета за рамками Союза, началась вот подготовка именно к этим акциям. И вначале все шло к тому, чтобы без вмешательства войск разрушить Народный фронт Азербайджана и не допустить захвата власти, как они говорят, парламентским путем, то есть путем
депутатских выборов. И для этого был подготовлен план раскола, а потом и разгрома Народного фронта Азербайджана. Но после того, как... И поэтому в конце декабря, когда проходила сессия, и было известно, что третья конференция Народного фронта с полномочиями съезда начинается 6 января, и этот план готовился для того, чтобы разрушить фронт именно во время конференции, была подготовлена акция Джалилабада. Потому что власти знали, что если 29 декабря на сессии будет принят закон о выборах, через 3 месяца должны пройти выборы. И поэтому с 28 на 29 декабря в Джалилабаде милиция, органы КГБ и другие организовали нападение на мирную демонстрацию, на народ, после чего 152 человека с огнестрельными ранениями попали в больницу. Один человек потом скончался от пулевого ранения. И под этим предлогом, о чем во время сессии Визеров лично мне сказал, что они собираются решением сессии ввести чрезвычайное положение в Джалилабадском районе. Но после того, как мы наотрез отказались от этого и сказали, что не допустим этого, они ограничились только тем, что отложили продолжение сессии на неопределенное время. И несмотря на то, что по нашим настойчивым требованиям народ хотел продолжения сессии, чтобы был принят закон о выборах, эта сессия не проводилась. А на 6 января готовился физическое устранение лидеров Народного фронта во время конференции. В чем были задействованы представители преступного мира? Нам известно, сколько и кому было обещано заплатить за то, чтобы застрелить кого-нибудь из лидеров Народного фронта. И после того, как мы предотвратили эту опасность, была попытка сорвать ход конференции и расколоть Народный фронт на несколько группировок. Но так как это не удалось, после 8 числа, когда 8 числа Меджлис, то есть пленум Народного фронта, избрал новый состав правления, уже акция по введению чрезвычайного положения в Азербайджане, в том числе в Баку, началась проводиться в жизнь. И так как власти знали, что на 13 число января объявлен митинг, на 13 число была подготовлена акция погромов и убийств армянского населения Баку.
Об этой готовящейся акции мы неоднократно предупреждали как республиканские, так и центральные органы правопорядка. В том числе я лично говорил о готовящейся акции заместителю министра внутренних дел СССР Лисавскасу 2 января. И в том числе о том, что готовится покушение на лидеров Народного фронта. Но несмотря на это, власти почти ничего не предпринимали. И 13 января было властям известно, что после того, как армянские боевики перевели военные действия на территорию Азербайджана, то есть за пределы НКО, Халнарский район, там, где был высажен десант 500 человек, 20 вертолетами, правление Народного фронта Азербайджана решило организовать подразделение самообороны для отправки в районы боевых действий, так как до этого власти и центральные республиканские власти ничего не предпринимали для предотвращения этих действий. И во время переговоров с руководством они заявили, что готовы сотрудничать с Народным фронтом путем привлечения призыва нашей молодежи в ряды МВД, их вооружения и отправки в районы боевых действий. И в том числе организации рабочих дружин через предприятия. И 12 января решением правления Народного фронта был организован Совет национальной обороны, который был объявлен именно 13 января. Но, как мы уже узнали во время проведения митинга, начались убийства и погромы в некоторых частях.